Суд выслушал мнение сторон. А теперь узнаем, с кем хочет остаться ребенок. Алексей, ты кого выбираешь? Я хочу остаться с телефоном. Сереж, Леша пришел. Привет. А что случилось? Ты что, подрался? Сереж, ну отвлекись от компьютера, ну ты не видишь, сын подрался? Ого, у тебя там убегает что-то. Ну все в его возрасте дерутся, и я тоже. Дрался. Слушай, мне работать надо, извини. Разберешься сам? Пришла с работы. А что такое? Мне страшно. Почитай мне сказку. Леш, ну ты же взрослый мальчик уже, а? Ну что ты придумываешь? Видишь, я занят. Давай, иди спать, мама скоро приедет. Ладно? Давай, давай. Что у нас все. Да. Ну, послушай. Мама, я... смотри, какой я самолет собрал! Да, тут все конечно двигается! И вот это, может, ну, и это. Я уверен, что у нас папа, это обязательно смотри, получится. Какой конечно, огромный ну, как самолет собрал. Простите, одну секунду. Может, вверх-вниз! Видишь, летать! Меня... Пошел, важный пойдем разговор играть. Тихо! Ну, мы я не думаю, что, конечно, а, пойдем! Да. Ой, ты что сделал? Ну, конечно. Ты что сделал? Да, я тебя сколько раз просила играть в своей комнате. Да. Не трогай, это мой документ. Ты что простите, делаешь? Пожалуйста. Я тебя сколько раз просила играть в своей комнате. У меня важный разговор, ты не понимаешь, я что я не понимаю, что у тебя важный разговор. Я ребенок, тебя... посмотри, испугался. Один вечер просила посидеть. А я не могу я посидеть делаю, один проект. Вечер. Ты только о себе думаешь. Ты думаешь о себе.
хочу остаться с телефоном. Решено. Суд лишает родителей родительских прав. А Алексей остается жить с телефоном. Ты что сделал? Отключил интернет.